Это Денис очень крутой борец, поаплодируйте ему, он чемпион московских турниров. Скажи, вставай, Немяй. А ты у нас приехал с какой стороны? С Ташкента. Молодец, залезай. Паспорт забыл, но ничего, приехал. Разница 10 килограмм, но кикбоксер, борец, а мы с вами на группе поддержки. Что, забыл что-то, нет? Что, кеды? Да, кедок не надо. Деныч, пару слов скажешь, пока раздеваешься, давай. Деныч, как молчаливая скала. Что такое, Иван? Судьба улыбается смело, это закон стрелки. Капа, перчатки, бандаж, отлично. Че, когда финал-то будем делать, 18-го или еще через 3 недели? Через 2 нормально? 18-го нормально, 2 недели? Чтобы отдохнули, подготовились, да? Финал будет здесь, 18 июня. Привезем большого Славу, большого Колю, поставим несколько трибун. Внедорожники, напитки горилла, девочек танцующих, может, бар отнимущий какой-то безалкогольный. То есть будет такой огромный жирный турнир. Соберем всяких модных персонажей, сделаем все четко. Фред, залезай, вместе с ним будешь помогать, давай. Фред 100 тысяч собрал за просмотр. Популярный парень, да? Самый модный пухлый парень в городе. И руки повыше, держись, ноги не пропусти. Бандаж, Грэг. Бандаж, Дэл, да? Да, руки выше. Он говорит, да, давай, красавчик, не первый слово, бандитом. Давай, играй. Прям мою шутку, да. Бандит. Рассказываешь, не скрывай в Рязани. Что, вам видно? Там есть палец. Можно было подвинуть, побить. Бойцы на середину. Парни, правила помним, не нарушаем. Деремся с уважением друг к другу до конца. Времени нет, судей нет. Слушаем меня внимательно и деремся. Время выяснить, кто из вас сильнейший. Подвиньте друг другу. Давайте присядьте, ручки повыше, Дэн. Дальше. Дэнчик, давай! Готов? Готов? Бой, поехали! Давайте поддержим, дамы и господа! Летали бой на стрелке! Скручивай его, Дэн, сразу! Давай, Дэнчик, давай, братушка! Наконец-то ты здесь! Наконец-то бой, бой, давай! Давай, Дэн, не жалей его, Дэн! Дэн, оттягивайся! Активнее! Вынимай шею! Локтем ему шею отбить, Дэн! На тебя, Дэн! Гору убей рукой! Подорвай, пусть борется, пусть время полно! Пускай покажет! Пускай его запах! Давай, давай, выдергивай! Давай, давай! Давай, Дэн! Дэнчик, давай! Касаныч, у тебя не даст допуска! Все, Дэн, высовывай шею в костер! Корпус, голова, Дэн. Давай, Ногой, отжимай его! Давай, да не сейчас, побольше. Окей. Все, пошел. Попробуй, помой. Бой! Жестче, Дэн, жестче. Давай голову накидывай. Ноги подтягивай, аккуратней больше. Смотри, аккуратно, аккуратно. Пробивай, пробивай молоточком! Бей! Молотком пробивай! Руками от руки, а там спину! Спину выпрями, Дэн! Ноги обойти надо! Спину выпрями, Дэн! Выпрями, Дэн! Выпрями, вверх посмотри! Стоп! Дэн! Сейчас надо обойти! Посередине! Дэн! Головой обойти! Выпрями! Дэн, пробивайся! Спину ровно! Ой! Спину ровно! Обойди ноги! Ноги обходи, открытый гард! Давай, давай, вот, давай! Молодец, правильно! Пойдет, пойдет, обходи! Обходи! Все, скидывай! Все, скидывай ноги! Пожестче. Добивай, давай! Давай, давай, давай! За голову! Север-юг! Подожди, пока! Давай, давай, давай! Контроль, контроль! Сайд-контроль возьми! Сайд-контроль возьми! Не спеши, не спеши!
Вот, молодец. Вот, молодец. Я через руку задушу его. Пробуй. Вот, вот, да, сюда лезь. Снимай ногу. Ногу сними. Левой рукой ногу сними. Помоги. А ты где? Левой рукой ногу сними. Снимай, не бей, да, вот, снимай. Да. Давай, Смал. Выходи. Леныч, давай, кулачки там. Вытаскивай. Друзья, поддержим спортсмена, побыстрее. Пробуй, давай, ногу усовывай, да. Вот эту руку. Колено, да. И вот так, заходи за спину. Перешатись. Усогни его. Колено, бей, Бей. Чуть-чуть. Давай, Дэн. В этом поединке победу одержал вот этот вот маленький, но сильный человек. Всем спасибо огромное, потому что соперник. Я надеюсь, мы сегодня вернемся дальше заниматься спортом. У тебя первый бой был по правилам МММА? У Дениса должен был состояться бой в Таиланде, но соперник почему-то не захотел, чтобы Денис туда приехал. Но еще, ребята, вы его увидите. Это машина! Еще раз, Дэн, у тебя по правилам МММА первый был, правильно бой? Да, абсолютно верно. Денис часто участвует в соревнованиях по грэпплингу, является регулярным призером этих соревнований. Спасибо, Денис, отличный бой. Давай, скажи пару слов, ты приехал из далекой страны. Давай. Добрый вечер всем. Спасибо, что записываете на стрелку. Зрителям расскажи про себя. Бой крутой, ты молодец. Я не смотрел, правда? Бой хороший. Я посмотрю потом. А, нужно тренироваться. Знаю уже теперь свои минусы. Давно не боролся, ничего. Долго без занятий. Теперь ты будешь, вернешься в страну, в город свой, и будешь ловить, короче, маленьких людей бороться. Просто так, короче. Каждого на углу. Значит, поймал, а того за ногу утащил. Было за головой. Ну, поздравляю. Ты молодец. Ну ты сделал большое дело, ты приехал и подрался. Поэтому мы тебя поздравляем с этим смелым поступком. Сделал я еще в следующий раз. Самое главное, что ты захотел выступить с ними и не позволялся этому. Потому что был чувак, приехал и говорит, я с ним драться не буду. И ушел. А вот нормальный парень взял, проявил себя, независимо кто оппонент. Так что отдельно тебе спасибо, чувак, ты красавчик. Да, ты тоже молодец. Вот это я знаю где он, я не знаю, как это произнести. Он вон там стоит. А это наш Андрюха, да? Коуч. Липчак. Слушай, где? Давай, иди сюда. Я пойду прогуляюсь за оппонентом, не могу выговорить имя. Кичик. 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 Иди сюда, вон там, сзади. Давай, иди твой бой. В красной шапке, да-да, возле дома, пикапа, давай. Иди сюда. Я вам скажу от себя лично, я сегодня очень волновался, друзья. Я волновался, рвется в бой давно. И сегодня состоялся его выход на профессиональную спортивную арену. Сначала он втихаря брал какие-то там победоносные свои призы по борьбе. И сегодня он прорвался все-таки сюда. А расскажу, как вот к нам в клуб попал. Сижу я в кабинете, принимаю возможно решения управленческие. И докладывает администратор, говорит, пришел. Человек по уху. Да, я говорю, ну-ка, расскажи повнимательнее про то, я говорю, надо дать человеку шанс, есть те, которые могли бы, а не делают, а есть те, которые берут и делают, так что, Дэн, давай. И поаплодируй, вот, кто остался! Молодец! Всех благодарю, кто пришел сегодня, кто поддерживал разных бойцов.
которые выступали все достойно. А спасибо моему компаньону, спасибо Яну Санычу, спасибо Ивану Викторовичу. Кто у тебя всем. Компаньон? А я тут. Компаньон, а не компаньон. Всем спасибо еще раз. Спасибо, Лениса Борисовна, за